Нет, 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 нет! Люцифер обещал мне безопасность! Сказал, что я под защитой! Сказал! Он же мне обещал! Забирайте! Все забирайте! Мы меч совета! Ты действительно считаешь, что купишь нас своими бездет... Ого! Что ж, я почти купился. Брат, стой! Мы ведь могли его допросить. О, точно! Вот видишь, он жив. Доволен? Наконец-то битва! Мне это понравится. Thank you.
Мамона, фокусы кончились. Что задумал Люцифер? Колись, мелкий засранец. Может, мы и пощадим тебя? Ни одно сокровище этого мира не сравнится с тем, что показал мне Люцифер. Ваши угрозы меня... Видно, он был не в настроении отвечать на вопросы. Жаль. Ты бы все равно не оставил его в живых. Да, но попробовать стоило. А что со всем этим делать? Оставим здесь. Теперь Самаэль знает об этом месте. Он сможет восстановить свою армию в 10-кратном размере. Нас это устраивает? Ну ладно, пойдем. Но я прихвачу сувенир. Это всего лишь деньги. Столько прекрасных вещей за парочку душ. Убейте, кого сможете, к общей выгоде. Привет, всадник. Хорошая работа, всадники. Мы не твои палачи.
Смерть Мамоны была неизбежна. Да, палец дрогнул. Этот демон сражался с нами оружием, украденным из Эдема. Наши подозрения подтвердились. Люцифер побывал там. Мы с Мамоной были врагами. Не стану отрицать, что весть о его трагической кончине весьма порадовала меня. Позвольте мне вознаградить вас. Вольгрим продолжает идти по следам Люцифера. Кажется, он побывал в гостях у еще одного владыки. Назови его имя. Наш договор все еще в силе? Кажется, вы не считали его долгосрочным. Мы уже испачкали руки. Не вижу смысла отмывать их сейчас. Золотые слова. Новый союзник Люцифера — Белиал, Осквернитель. Попасть в его владение не так просто, но поговорите с Вольгримом. Он знает способ. Интересно, во что это нам встанет на этот раз? Наконец-то вы здесь. Я наметил путь в царство Белиала, однако мне понадобится кое-что еще. Какая неожиданность! Что тебе нужно? Скажите, всадники, вы слышали об арене? Ты про ту адскую дыру, где ты балансируешь на грани смерти, испытываешь адскую боль и, возможно, только возможно, уходишь оттуда живым и с наградой? Да. Я там не был, но для меня звучит заманчиво. Похоже, мастера арены заполучили редкий талисман, который поможет мне быстрее найти нужную дорогу. Эти дураки не знают его истинную силу и выставили его в качестве приза. Принесите мне талисман, и я укажу вам дорогу в царство Белиала. Эй, а это может быть забавно. На сей раз я согласен. Но давай побыстрее.